Вот это да, у нас солнышко. Всем привет, с вами канал Артмания. Голубое-голубое небо. Снег лежит немножечко. Еще недавно я подумала. А здесь же, думаю, солнышко. Думаю, что вечно тучи, да тучи, мрачно. Ну, хотя бы солнышко было, раз снега нет. И просыпаемся, сегодня у нас солнышко. Сейчас мы покушаем, пойдем гулять. Ура! Мой цветочек растет. Попали таки мы на солнышко. Вышли, было пасмурно уже, все. Пошли на рынок другой. Вот. Там солнышко нашли. Лучики такие. Здесь вот дом. Дорога, это мы почти уже на окраине города. Здесь вот рынок. С Зимочкой гуляем. Дима на колясочке у меня. Пешком он спотыкается, падает. Ему нравится падать, когда мы гуляем пешком. Ой, как красиво, как солнечно. Так тепло на солнышке. Кажется, что прям градусов... А, ну вообще-то у нас плюс, по-моему, или нет? А, нет, нет, минус, минус 9 у нас. Ну и куда? Сейчас покатишься? Сейчас покатишься? Да? Такое прям здесь солнышко. Лучики какие, я смотрю. Красота. Небо голубое, голубое, голубое небо. Здесь, смотрите, балкон как находится низко. Прям горка и балкон. Можно прям себе вот квартиру сделать низко. Вон там тоже, кстати. Ай, мы въехали куда-то. Ай, въехали. Красиво здесь. Здесь я еще ни разу не была. И здесь вот, видите, тоже окно. Как балкон близко. Первый этаж. Солнышко уже закатывается за тучечку. Но после тучки снова будет на какое-то время. Наверное. Очень красиво. Такой белый снег. И здесь он еще держится. А у нас во дворе периодически земля видна. Короче, мы дома, Дима уже покушал, ушел спать. И мы вот купили такой кефирчик. А в магазин я заходить не стала, потому что в магазине много больных людей, сейчас вирусы ходят. И мы просто прошлись по рынку, я купила еще рыбку. Вот, но ее там посмотрим, морозилку, может быть, отправим. Вот. Так, это кефир, кувшин молока, стоит 33 рубля. 500 грамм, так, а жирность 3,2. Это я хочу на блинчики. Что-то я прям очень сильно захотела блинчиков. А, хотя я сижу на диете, но я все равно хочу блинчики. И как раз я пришла, они продают, приезжает у нас машина, и из машины продают. Вот. Ну, я подумала, раз уж я попала, думаю, надо купить. Вот, срок годности у них 5 суток, а лежат они... Вернее, упакованы 24. Сегодня, по-моему, у нас 24 января, если я не ошибаюсь. Вот. И достала я сейчас мед из балкона. У меня мед на балконе хранится. Это те три трехлитровые банки, которые мы с вами покупали. Так, вот он мед, он уже загустел. А его я немножечко разогревала, когда переливала. Он не то, что даже загустел, он замерз на балконе и не ковыряется почти даже. Не знаю, короче, я хочу его переложить в маленькую какую-нибудь баночку. Один. И одну банку я еще достала. Посмотрим. Подожду его, пока он разморозится. Холодный прям.
палец немножко липкий. Вот натуральный мед у меня. Вот так вот. Сходили мы погуляли. У нас сегодня классная погода.